Доброй ночи, девочки. Ой, девочки, не спится мне, девочки. Девочки, вот новость-то, девочки. Ой, вчера была на выставке сумок, девочки. Накупила себе миллион сумок, девочки. И опять вам не нравится, девочки. Все не так вам, девочки. И не эдак, девочки. То вкуса у меня нет, то еще что-нибудь. А вот завидуйте, девочки. Правда, не знаю, что девочки делать. Может, вы мне совет дадите, девочки? Сегодня звонок, девочки, и пригласили мне. Ой, даже девочки. Сняться, вернее, заменить знаменитую актрису в американском фильме. Конечно, уже многие девочки ходили на этот фильм. Этот фильм называется «Малефисента». Или как там правильно, девочки? Если что, поправьте меня. И актрису-то я уж не помню как. Но великая какая-то знаменитая актриса. То ли Джулия Робертс. Нет, девочки, не Джулия Робертс. А Джоли, наверное, девочки. В главной роли. Сказали, мы ее вырежем во всех кадрах, девочки. И поставят меня, девочки. Я, правда, даже не знаю, о чем фильм, девочки. Но у меня же, сами знаете, проблемы, девочки. Ой, девочки. Пора к парикмахеру, девочки. Обрастаю, девочки. О, Мася пришла. Мася моя пришла. Ну, Михалыч, девочки, как и всегда. Мася, Мася моя, Мася. С собой-то я брать тоже его не знаю, как девочки. Пенсия-то у нас маленькая, девочки. Посчитали 400 рублей в день, девочки, выходит. Сами знаете, как же я билеты на Михалыча куплю. Ему сказали, билеты девочки не оплатят. А там вдруг девочки афроамериканку какую-нибудь еще встретят. Вот и думай, и гадай. Ой, девочки, как мне нужен ваш совет, девочки. Ой. Вот, девочки, говорила, садитесь со мной на кельки на диету. Видите? Мне и подфартило. В Америку зовут. Заметили, девочки. Но вот это у меня новая масочка. Знаете, девочки, выписана из самого Гонконга Великого, девочки. Это не улитки да слюнька. Это уже вытяжка из волос коралловой лошади. Ох, девочки, дорогая, конечно. Ну, понимаете, иногда хочется себя и побаловать, девочки. Вот ночью, ну, правда, не хочу, уж все сняла, девочки, ночью-то. Бижутерия. Ну, вот, ну, думаю, думаю. Насчет Михалыча, девочки, как же мне. Хочется и в Америке прославиться, конечно. Ой, девочки, все-таки, представляете, приходите вы на фильм, девочки, а я там в главной роли. Даже не знаю, что делать, девочки. Думаю, вы... Ой, ой, девочки, прям. Думаю, вы мне... Рот хоть... Пусть губки у меня будут классные. Пусть вы мне хоть совет дайте, девочки. Надо ли мне это все? Или не надо? С другой стороны, девочки гонорар предлагают. И мы будем не на 400 рублей в день жить. А с другой стороны, тут тоже его Михалыч-то не оставишь. Здесь он парикмахер, что за ним чей будет и следить, девочки. Или 400 рублей не мне на кильку пойдут, девочки. Не на мне. Не на мою киличную же диету. Ой, Мася, Мася, хорошая моя девочка. Моя-то девочка.
Ой, это радость. Вот как Масенька, Масенька здесь сидит. А это что за Масенька? А, Михалыч пришел, девчонки, видите? Михалыч, ну что тебе надо? Ну, мы с тобой израсходовали сегодня 400 рублей, Михалыч. Что нам было положено в день? Ой, девочки, вот прям чувствую, чувствую, как все разглаживается, все прям разглаживается. Израсходовали мы с тобой, Михалыч, что-нибудь. Нет у меня больше ничего. Нету. Иди, может, кто-то тебя чем-то угостит. Вот Михалыч какой девочки. Или чувствуете? Хочет со мной, хочет все-таки со мной. Ну что, девочки, давайте мне комментарии пишите, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, девочки. Я вас еще многому научу, девочки. Вы еще узнаете, чем пахнет в женских туалетах, девочки. И будем решать. Он Михалыч-то так и просится со мной, Михалыч сидит. Так и хочет со мной. Но это же я только... Меня же пригласили, девочки, да? Ну скажите, девочки, что только меня пригласили. Хм, вот так вот, что YouTube-то делает, девочки. Так что... Скоро буду на всех экранах страны. И не только нашей страны, а во всем мире, девочки. Вы услышите с экранов, телевизоров, кинотеатров мое слово «девочки». Если ее правда вырежут, и мое главное слово там будет «девочки». Давайте, девочки, ставьте комментарии, оставляйте. Что мне делать, девочки? Куда? А может, Михайловича в приют сдать на время, девочки? Точно. Это очень хорошая идея, девочки. Решено. Я снимаюсь в главной роли манифестета. Девочки, еще чуть-чуть на Килькиной диете. И я буду неотразима, девочки. Масечка моя любимая. Масечка моя. Вот Масечка, Масечка. Ой, девочки. Еще капельку. Еще выдержу. Ой, ну, очень вкусный диет. Очень диет, девочки. Очень помогает. А Михалыча во время полета в Америку я сдам в приют. Дешево и сердито. Ну, все, мои дорогие. Я вместе с вами, девочки, нашла решение, девочки. Куда сдать Михалыча, девочки? Ой, какая вот все можно с облегчением ложиться спать, девочки. Всем пока, девочки. Масечка моя любимая, девочки. А хейтерам я скажу, смотрите меня на экранах страны в главной роли фильма. Манифестета. И будет играть. Девочки, я. Мама отличника. Ваша любимая Елена Павловна. Все. Пока, девочки.